Вже другий тиждень поспіль на базі легкоатлетичного манежу працює цех із виготовлення маскувальних сіток. Поки одні нарізають тканину, інші вплітають стрічки в готову основу. Проте, якщо у перший день охочих допомогти було чимало, одночасно працювало дві, а то й три сотні людей, то тепер у рази менше. Відповідно, і продуктивність знизилась у рази, бідкається пані Наталія. Волонтерка каже, що потенціал у них чималий, проте банально не вистачає вільних рук. Приходят, конечно, очень мало людей. Вот последних три дня, суббота, воскресенье, сегодня понедельник, то приходит 50-80 человек. Те дни, вот неделю назад приходило 200-250. То есть сети у нас забирают весь северный район. У нас сети берут очень много. Мы столько не можем сделать сетей, сколько их ребята просят. Ребята также само просят кикимор этих маскировочных, потому что они всем нужны. Ребята идут и в разведку идут, снайперы идут. Мы для них делаем. Девочки делают всего лишь в день 6-7 кикимор. Опять же, нету людей, которые резали на кикиморы эти полосочки. Девочек всего лишь 5-6 человек, которые делают, обучили на эти кикиморы. Даже есть пенсионеры, которые дома режут и приносят нам уже готовые полосочки. Это не говорится, что принесите нам ткани или что. То, что не нужно, то, что не ликвид. Конечно, мы понимаем, что много людей уже перебрали вещи, выбросили. Ну, у кого-то что-то есть. Поэтому просим, приносите нам. И кто не может, то звонят, спрашивают. Я объясняю, что резать, если готовые кусочки, значит, 3 сантиметра на 25 на 30. Мы будем рады этим кусочкам, потому что нарежут, мы сразу ее начинаем плести. То есть экономится время этих девочек, которые режут, потому что у нас не хватает. Например, вчера попросили 6 сетей на танки. Мы их делали, у нас никто не резал. Мы все вот 50 человек стояли и плели, чтобы они в 5 часов приехали, забрали. Маскувальні сітки вкрай необхідні нашим воїнам-захисникам. Тому до роботи беруться усі – і дорослі, і діти. Вот сейчас делают 21 метр, 3 сетки по 7 метров. Они уже принесли, ребята, свою сетку, просят, просто сделайте ее, и мы им же отдаем. Завтра уже ребята просят нам отдать эту сетку. Ну, мы будем стараться, конечно, сегодня до 5, завтра с утра они приедут 12 часов забрать сетку. А это им же надо на вот эти военные машины, чтобы их прикрыть, ребят этих. Управление спорта и молодежной политики нашей громады приглашает всех желающих, которые хотят помочь нашим защитникам и присоединиться к пошиву защитных сеток. Мы находимся в атлетическом манеже нашего центрального стадиона, поэтому обращаемся с просьбой ко всем нашим жителям, к молодежи, особенно обращаемся к нашим спортклубам. Ребята, тренировочный процесс сейчас не проходит, поэтому приглашаем вас, так сказать, прийти и помочь всем нашим защитникам. Здесь у нас проходит вязание сеток. Так что от вас требуется, это прийти сюда просто и помочь. Материал можно приносить с собой, любые старые вещи, можно здесь на месте все порезать, или же можно порезать дома, принести полоски, здесь на месте уже вязать на сетку. Можно приходить хотя бы на полчаса, хотя бы на час. Объем большой, заказов много, то есть всем требуются защитные сетки, поэтому мы просим всех откликнуться на нашу просьбу и прийти помочь нашим защитникам. Допомагають нашим військовослужбовцям і небайдужі подільчани. Швачка Анжела Нісюк разом зі своєю колегою майже з першого дня війни долучилися до рядів добровольців. Вони виготовляють спеціальні нарукавні пов'язки. Їх використовують, аби розрізняти військових Збройних сил України та ворогів. У воєнний час не можна бути осторонь чи аполітичним. Ми разом прокладаємо шлях до перемоги. Щодня з 9:00 до 17:00 на базі легкоатлетичного манежу працює цех із виготовлення маскувальних сіток. Закликаємо жителів Подільської громади долучатися до такої необхідної справи. Разом ми сила!